когда судья зайдет, он никому не записывает, не фотографирует. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы свою вину признали? В каком плане свою вину? Вы знали, что вы перевозите в машине? Я не знал, что я перевозил, мне сказали об этом. Когда я сказал, уже было поздно, и, во-первых, во-вторых, это было все страшно. То есть изначально вы не знали, что в машине, когда вам сказали об этом? В машине уже, когда я ехал. Ну там я, это, меня под ножом вывезли. Поэтому... Под ножом вывезли, да? Терещатов? Да. Ага. А когда вы гружали тело из машины, что вы делали? Я пытался уехать, но не смог. В общем, попал бы. Мне, короче, застрял я. Не смог уехать. Застряли. А вы давно Терещатова знаете? Ну не, он у нас работал. Где работал? На заводе. На заводе, да? Да. А кем он работал? Плавильщиком. А Збруева? Давно знаете? А я не знаю, что Збруева. Ага. Я никогда не видел. А как получилось? Он вам позвонил, сказал, надо помочь что-то привезти? Да, вещи. Вещи, да? Да. И что дальше происходило? Вы подъехали? Подъехал, он вынес, загрузил машину, мы поехали. А в чем было тело? Там были сумки и узел. То есть девочка была в узле, я да? Я не знал, кто там, что там. Там не в багажник погрузили, да? Да, он погрузил ее. Вы вдвоем ехали, да? Да. А как вы потом узнали, что тело? Он сказал в машине. Как он это сказал? Что он именно сказал? Он сказал, что, значит, там содержимое нужно вывести. Я говорю, я остановил, сказал, не дал вылазить. Я просто не могу. Он назвал девочку содержимым? Или он да, сам содержимое, труп. Вот так сказал, труп. А он вам рассказал, что он сделал? Нет, он ничего не говорил. А вы не интересовались? Я спросил, что это, как это, и все. Угу. Вы поехали, значит, в Старицкий район, в лес, да? Вы помогали ему закапывать тело? Я не закапывал, он отнес все. Я хотел уехать, кстати, оттуда. Чем быстрее, тем лучше. Но я не смог, я застрял. После того, как вы вернулись в Тверь, какие были ваши действия? Ну, я думаю, давайте это сейчас пока не будет тяжело. Нет, я понимаю, но все-таки скажите, почему вы сразу не пошли в полицию? Почему вы не сообщили я об этом? Боялся за свою семью. Скажите, а вы... Вы ведь помогли следствию выйти на Терещатова, да? А следствие вышло на вас, да? Нет, я сам пришел давать в полицию и заявил об этом. Спустя некоторое время, да? Да. Ага. Ясно. Ну, вы извинились перед родственниками? Да. Извинились. Они вас простили, что? Не знаю. Не знаете, дай бог, да? Дай бог, чтобы простили. Ну, дай бог, никому так попасть не попал я. Тяжело. Согласны частично, потому что ну, это неописуемо. Хотел бы более жестко. Ну, главный виновник уже понес наказание, скажем так. Его нет в живых уже. Или для вас это не хочется мнение? Выражаться. И ну что сказать? Это не люди. И то это более комфортная жизнь для них.